Всем привет! Хочу показать, как мои растишечки поживают. Начнем вот с беседки. Вот здесь вот у меня лобелия. Ну вот смотрю, беленькая, по-моему. И здесь должна синенькая, ампельные. Разрослись неплохо. Вот такая желтая петунька. Вся в цвету. Смотрите. Вербенка пришла в себя. Ну и здесь дополнение лобелия. Это все у меня из моих семян. Я сама выращивала. Тоже вся в цвету. Здесь, конечно, такой кустик компактный. Но вот цветоносов-то я больно еще не вижу. Но вроде как начинает завязывать. Это у меня калиброшечка, смотрите. Я ее тоже все прищипывала, но думаю, что достаточно. Пусть цветет уже. Здесь у меня ампельная гвоздичка, тоже вегетативная. Набирает цвет. И здесь цветоносики. Так. Здесь, посмотрите, вся в цвету будет. Вся. Это вот начала уже цвести. Я уже пообрывала, сколько отцвели. Ну, как бы еще не дружненько, но все равно красивенькая. А это моя смолевочка, посмотрите. Тоже вся в бутончиках набирает, смотрите. Ну, посмотрим, как она будет выглядеть, когда будет цвести в полную силу. Так. Рябчики сегодня я обрезала, они отцвели. Все. Посмотрите, какая у меня розочка, которую я нынче купила с Афина. Вот бутончики набирает, хорошо. Все, лилии подрастают, все хорошо растет. Сегодня маленечко поморосил дождичек. Так, хризантемки пошли в рост. Особенно вот это вот. Прямо заметненько. Кусаются, полоть невозможно. И вот это у меня мультифлора. Гортензия, конечно, просыпается, но как-то плоховато. Так, клубничка цвести начинает. Тюльпанчики у нас очень быстро все отцвели, конечно. Так, здесь у меня морозник. Ничего, вроде сидит, прижился. Так, а где я посадила? А, вон иву. Иву шаровидную. Вот она у меня, красавица. Здесь не помню, что. Какие-то, по-моему, низкорослые лилейнички. Так, здесь высадила петуньку. Здесь семенами настурция. Но я буду рассаживать ее отсюда. Тут пиончик малиновый. Так, здесь я семенами гвоздичку сеяла, но вроде что-то вышло. Так, вот такой седум я купила. Вроде ничего, прижился листочек красивый у него. Здесь я, друзья, не помню, что я высаживала уже. Честно говоря. Вот это вроде бы из соп. Вот это. По-моему, он. Вот смотрите, как гортензия у меня почему-то не вся. Не вся она проснулась, не знаю. Проснется, нет, дальше. Посмотрим. Так, ну здесь у меня новая грядка. Здесь, может быть, больше ничего и нету. Вот здесь где-то должен, а может, это флоксик у меня. У меня здесь флоксик должен быть. Вот это вот. В общем, посмотрим. Не знаю, честно говорю. Так, однолетники я еще все не высадила. Лилии выходят. Вот красная монарда так и не проснулась еще. Вот флоксик здесь начал просыпаться. Вот, смотрите. А монардочка пока сидит. Как она в том году хорошо цвела, мне очень понравилось. Гвоздичка здесь красивая вышла. Безвременники. Ну вот клубничка начинает цвести. Это у меня молодые кустики.
но ремонтантная. Ну вот, как видите, набирает, но еще не все. А там уже побольше. Там разные сорта. Ну вот, ремонтантная начала цвести. Вот. Здесь у меня, значит, грядка с однолетниками. Ну, правда, я здесь высадила скабиозу, потому что у меня ее много взошло. Вот. Гацания приходит в себя. Вот цветоносики. Цветоносики. А то вообще лежала. Там у меня гвоздичка, гладиолусы. Здесь середина еще у меня пустая. Вербенка, гвоздичка, вербенка. Львиный зев подсадила кустиками. Вот. Яблонька цветет, лучок растет, морковка вышла очень плохо. Здесь вот семейный лучок. Высадила помидорки, потому что редиска вся или сгорела, или мошка ее съела. Вот здесь морковка очень плохо вышла. По краю я вот лук садила семейный. Вот здесь у меня лук сивок. Сивок. Там тоже морковь, но там вышла получше морковка. Потом буду полоть получше, такую крупную убрала травку, потому что морковку тревожить не хочется. Так, ну вот жасмин тоже, смотрите. Ну, здесь еще вообще голый. Ну, как вроде, я думаю, вроде он цвести будет. Вот смотрите, ну посмотрим. Здесь у меня, оп, извините, флоксик. Очень красивый такой, светло-сиреневый. Так, а вот это у меня гипсофила кустовая. Я ее садила в том году семенами. Ну вот, вроде ничего, кусаются вообще. Хосточка. Вот это вот, не знаю, флокс или что-то другое. В общем, честно, не знаю. Ой, эти одуванчики. Здесь тоже флоксик. Косточка, флоксик, незабудка. Так. Ну, здесь у меня моя полынька такая. Лишнее потом повыдергиваю, если никому не надо будет. И оставлю вот такой кустик. Так. Вот она, лесная геранька начала цвести, друзья. Ведь она весь сезон будет цвести. Там у меня тоже простая аквилегия, жемчужинка. Вообще, в общем, простая. Здесь вот у меня это незабудка, или как правильно, я не знаю. Можно сказать, отцвела уже. Лилейник. Так. Так, а это что у меня, не помню. Вот это вот не помню, что такое. Посмотрим. Вот это вот, наверное, жемчужинка. Здесь у меня это гвоздичка, незабудочка. А вот начинает цвести вот такой тоже лесной. Там вербейник, купавка. Ну вот посмотрю, если что, уберу. Здесь желтый седум. Вот гвоздичка хорошенькая. Вообще нравится мне гвоздика. А вот это вот, честно, не помню, что это у меня. Вот это вот. Что вот это? Я не знаю. Ну что, чесночок неплохой, я считаю. Вот. Свекла у меня тоже очень плохо. Выходит, конечно, но очень-очень плохо. Ладно, что выйдет, то выйдет. Так, вот здесь все-таки у меня вышло децентра. Разбитое сердце. Гераньки, посмотрите, какие кустяра. Это такой цвет красивый. Здесь, не знаю, тоже сестра мне давала. Посмотрим. По-моему, лилейник тоже какой-то. Здесь посадила я многолетнюю гипсофилу ползучую. Соседка мне сегодня дала. Он лучок набирает цвет. Я его не ем. Он у меня цветет.
О, весь в цвету перетрум будет, посмотрите. И вон там локсики. Все разрастается. Все разрастается. Это перетрум девичий. Это должен быть розовый. Так, ну этот кустик, конечно, мордовника очень плохо вышел. Очень плохо. А стельбочка тут хорошо. Так, хосточка. Вот это не знаю, что такое, но не выдираю. Выдерну, успею. Так, вышла у меня раджерсия. Вон там один листочек. Вот здесь вот такой вот седум тоже новый. В том году, по-моему, он даже у меня не цвел. Даже не цвел. Так, вот это у меня купавка цвет набирает. Я ее в том году садила. Новая, новая купавка желтая с хохолком должна быть. Брунерка тоже в том году садила. Здесь лилейник. Так, а это я покупала махровый колокольчик. Ну, тоже в рост идет, конечно. Медуничка. Медуничка декоративная. Гехерки. Гехерки у меня только две осталось. Все плохо перезимовали. Ну, вот здесь у меня купена. Ушки. Вот такой вот лобазник, маргариточки начали цвести. Так, там флоксик растопыренный. Смотрите, купенка. Вот она, купеночка. Вот белая, это еще у меня цветет. Седум, хосточки, спиейка, курильский чай, вон белый. Смотрите, незабудки, как красиво. А что здесь? А кто сломал? Смотрите, незабудки. Розовая с голубой. Ну, красиво же. Там барбарисик. Тут седум желтый зацветет. Гвоздички. Красиво. Ушки. Чистец. Вот. Это седум у меня. Так. Вот незабудочка с баданом. Бадан у меня где-то там. Вот он, баданчик. Он спрятался. Спрятался баданчик.